Добрый день, уважаемые коллеги. Рад приветствовать вас сегодня. Сегодня наш вебинар открывает не Павел Юрьевич, а я. Вот он в командировке. Ну и сегодня особенная тема. Не обычный вебинар тематический, а презентация онлайн-курса, который я планирую провести этой весной. Вот. Ну, для тех, кто... Ну, во-первых, хорошо ли меня слышно? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Нет ли каких-то помех? А, отлично. Все, спасибо. Тогда переходим сразу к делу. Ну, во-первых, я извиняюсь, презентажка моя сегодня очень простая, сделанная на чужом компьютере. Вот, но суть она излагает полностью. Вот, ну а те, кто первый раз на моих вебинарах, не очень знаком, вкратце объясню, в чем специфика будет этого курса и чем он отличается от отдельных вебинаров. Ну, во-первых, по сути дела это будет некое обобщение того, что я рассказываю в разных ракурсах, да, и вы сможете получить некий общий единый вид. Но во-вторых, это я еще буду говорить, на моих вебинарах мы будем не столько практическими вопросами заниматься, там нормативные документы, какие нужны при работе с ЭБС, и вот как выбирать там издание, на какие кнопочки нажимать. А я, как и во всех своих выступлениях, стараюсь дать общий вид, картину цифровой медийной среды, которая наступает на нас и в которой мы должны приспосабливаться. И как раз вот этот курс не исключение, а наоборот, в первую очередь он посвящен для того, чтобы получить ориентиры, чтобы понимать, что происходит. И в конце концов мы вместе с вами строим информационную образовательную среду в наших вузах, мы на одной стороне, вы на другой стороне, и поэтому, конечно, нам нужна здесь обратная связь, общее дело. Вот. Так что это вот главная такая установка, чтобы вы сразу понимали. И переходим к делу. Значит, в заглавии этого вебинара было указание на зарубежные электронные ресурсы и на отечественные электронные библиотечные системы. Вот. Но все-таки сам курс, он будет касаться в первую очередь отечественных электронных библиотечных систем, но опять-таки повторяю, мы будем говорить обо всем, о вообще информационной оболочке образования, так скажем, поэтому все это очень условные названия: ЭБС или электронные библиотеки или информационные платформы, и место расположения их тоже достаточно условно. В конце концов, самое главное, это вот то функциональное значение задачи, которые мы ожидаем от этих самых платформ. Вот, тем самым вот начинаем рассказ свой, и первый слайд, вот вы видите, он так построен в таком вопросно-риторичном ключе: можно ли жить без ЭБС. Вот, если говорить о понятии ЭБС, то, конечно, можно. А если говорить вот о том, что, о чем мы будем говорить весь этот курс, об информационных платформах современных, то скорее жить без них нельзя. И я бы еще обратил внимание, что это не просто некие платформы, которых сейчас очень много видов, отдельные издательские существуют платформы, отдельные проектные. Мы будем говорить о платформах-агрегаторах. Вот. И хотел бы вот немножко повысить градус, такое, придать цивилизационное значение вот этому феномену. Агрегаторы. Вы в современной жизни с ними все больше и чаще сталкиваетесь. И, наверное, замечаете, как энергично внедряются агрегаторы в нашу IT-жизнь,
И там, где были какие-то индивидуальные проекты, их сегодня все больше вот в нашей практике, в нашем использовании замещают такие глобальные, но во всяком случае крупные агрегаторы. Где бы мы сегодня, куда бы ни обратились, к какому бы виду контента, если видеоконтент, это YouTube, гигантский там агрегатор, если там, не знаю, какие-нибудь отели, то вы видите, как быстро нарастают услуги через агрегаторы, например, Booking, такой мировой лидер, но Booking это агрегатор отдельных, скажем, отелей, да, а вот уже тот что очень активно рекламируется по телевидению, как он называется, Тривага, это уже агрегатор агрегаторов отелей, да. И вот этот вот рост вместе с ростом контента будет очень ощутимый. Те же такси, Яндекс.Такси, это тоже, как и Uber, это агрегаторы. В общем, агрегаторы это самые передовые технологии, которые позволяют собирать и как-то вот на единую поляну в виде единого продукта предоставлять там контент и услуги. Вот. И ЭБС не является здесь исключением, а является частным случаем, где агрегация происходит в области учебного и научного контента. Ну, по всему, о всем по порядке. В общем, первое, что дает агрегатор, систему навигации научного контента в условиях экспоненциального роста информации. Ее становится так много, что где-то надо внести в одно место. Если она будет не в одном месте, то у нас вот получается как разрыв мозгов. Нам приходится ходить по нескольким местам, и в конце концов вопрос встает: дайте нам единое окно. Вот ЭБС по определению уже является неким единым окном. Этот рост информации не случайен, он заложен в самой системе цифровой цивилизации. Да? Существует такой закон Мура, который говорит, в общем-то, о частном техническом факте, о том, что каждые полтора года происходит удвоение мощностей транзисторов, мощностей, которые позволяют увеличивать процессную мощность компьютеров. Вот. В общем-то, это, ну, тут сместилось уже к 2 годам, но темп все равно очень большой. И информационные компьютерные мощности растут очень быстро, а раз растут каналы, то растет и заполнение каналов. И мы видим и рост качества, например, там видеосигнала, рост объема информации и рост возможностей хранения информации. В общем, вся техническая структура, она направлена на то, чтобы пропускать информации больше. И мы с вами все, соответственно, занимаемся тем, чтобы вот заполнять эти каналы. В частности, агрегатор – это есть, с одной стороны, решение, как работать с информацией с такого потока. С другой стороны, это и есть вот те наполненные, мощные каналы, которые нас снабжают информацией. Вот. Ну и социальный процесс – это рост научных публикаций информации, который вызван интернациональной научной кооперацией, переходом университетов на оценки по критериям научности. Вы видите, что весь университетский мир включился в некое соревнование благодаря существующим рейтингам. И каждая страна очень активно действует в этом движении. Ну, во всяком случае, страны, которые вот какую-то научную соревновательность включены. Россия, Бразилия, не говоря уж о развитых странах.
Вот. И один из важнейших критерий вот этого соревнования – это публикации. С каждого сегодня требуется очень много публикаций, потому что по другим критериям мерить очень сложно. По неформальным, неколичественным критериям публикации – это такой вот удобный инструмент, чтобы вот выстроить далеко идущие рейтинги. О рейтингах мы еще на этом остановимся. В общем, количество публикаций стремительно растет, и, соответственно, растут агрегаты, агрегаторы, архивы, вот эти самые IT-платформы информационные. Вот это то, что побуждает, что меняет вообще ландшафт вокруг нас. И вот те навигационные системы, которые помогают в этом ландшафте как-то вот ориентироваться и существовать, в частности, БС, они решают несколько ключевых задач. Во-первых, собирают информацию вместе, как мы любим говорить, в одном окне. Во-вторых, они все стандартизируют эту информацию, обрабатывают так, чтобы выдавать единый стандарт выдачи. Это имеет колоссальный эффект управляемости. Вообще здесь это позволяет вести поиск по всей этой информации, работать с ней одинаково. В общем, вот эта стандартизация один из ключевых рычагов работы в нашей среде. Ну и, наконец, как-то создавать системы навигации, то есть располагать контент по категориям, которые соответствуют вот той информации, которая нас интересует, ну, позволяет двигаться по ней, по тем маршрутам, в которых мы привыкли работать. Вот, собственно, ключевые задачи информационной контентной платформы. Ну, а та вот ситуация, в которой мы очутились и которая, собственно, полностью изменила наше видение проблемы, она вот такой известной карикатурой передается, да? Одно дело, когда мы боремся за морковку, ее не хватает, другое дело, когда вот их столько, да? Вот мы в такой же ситуации с вами оказались. И это действительно серьезно, очень сложная ситуация, как выбрать то, что нужно, как осилить эту информацию, работать с ней. И здесь мы можем просто взять аналогию так же, как вы сегодня путешествуете по миру. Есть несколько возможностей, да? Во-первых, вы можете самостоятельно там сами все отели бронировать и так далее. Во-вторых, вам могут помочь турфирма некая, организованный сервис, они за вас купят билеты, сделают визу, забронируют отели, да, будут вас водить. Вот. И, наконец, вы можете по тоже традиционному достаточно методу положиться на некого проводника или друга, и он вас будет водить в индивидуальном порядке. Это тоже совершенно другое качество вашего путешествия. Вот три разных формы организации движений. И точно так примерно у нас сегодня сформировалась и наши возможности в этой бесконечном информационном море. Что мы с вами можем? Во-первых, самый универсальный, но в то же время и грубый инструмент – это поиск. Вот почему поисковики получили такое гигантское значение, а Google является одной из крупнейших компаний мира, и произошло это очень быстро, потому что вот как раз поисковик сумел объединить вот всю разную информацию на платформу и дать ей навигацию. То есть это самый гигантский агрегатор информации, ну, можно даже сказать, самый крупный ЭБС. Вот. В то же время, поскольку он это делает наиболее грубым образом, наиболее переполнен информацией, существуют очень большие дефициты в этой работе. Да, в принципе, найти все становится
доступным, но какими усилиями, да? И один из недостатков то, что вот этот огромный массив, он все равно выстраивается в некую линейную последовательность. Первая страничка, вторая страничка, третья страничка, до четвертой вы уже практически никогда не добираетесь. И, соответственно, очень много каких-то случайных собственных приоритетов. И очень сложно найти вот ту информацию, которая нужна вам. Ну, например, если вы будете искать «Войну и мир», по проблемам литературы, да, то у вас очень много будет тематики, посвященной просто войне или просто миру. Это все для вашего поиска называется информационный мусор. Вам нужно литературное произведение. Вот, в общем, работа с поиском – это вот тот вариант, когда вы в одиночке среди всего мира как-то справляетесь, как-то передвигаетесь. И существует даже понятие серфинг. Да, этот поиск информации, как правило, очень поверхностный, очень быстрый, от одного к другому, уже в таком темпе ищешь, что просто не остановишься и не расслабишься. Ты никогда не работаешь с поисковиком, а соответственно с интернетом, как с книгой, где можно вот углубиться и, так сказать, погрузиться. Он все время подстегивает, ищи дальше, ищи лучше. Вторые инструменты, тоже обширные и мощные, платформы открытого контента, так называемые Web 2.0. Они отличаются тем, что, как правило, формируются не по лицензионным соглашениям, и поэтому вот без таких вот юридических барьеров обладают способностью собрать очень много контента. Вот такие как YouTube, а соответственно соцсети, Facebook и так далее, это все примерно те же самые платформы Web 2.0. Пользователи сами создают здесь информационный массив. Вот. Они тоже по-своему удобны, уже намного более узкие, чем поисковики. Но опять-таки в них легко потеряться и очень сложно найти то, что нужно. И вот, собственно, когда вопрос встает о точности, о меньшей работе для поиска того, что нужно, и приходит на помощь специализированные базы данных. Это уже сравнительно небольшие информационные ресурсы, вот такие как EBS, как Web of Science и прочие платформы. Они формируются уже специально под интерес пользователя. И только под этот один интерес, ну, например, под научные задачи. Да, и по сути дела в них мы ищем то, что и вкладываем. Поэтому эффект и качество поиска несоизмеримо выше. Они меньше по контенту на многие порядки, но они и по качеству работы гораздо эффективнее. Вот, в них, по сути дела, ничего лишнего не находится. Это как бутик, если его сравнивать с супермаркетом. Здесь вы имеете сразу уже с готовым продуктом, а не с полуфабрикатом. Вот, поэтому именно эти платформы имеют особую ценность для профессионалов. Здесь особое качество подготовки информации и особая точность. К сожалению, несмотря вот на очевидные преимущества самого метода третьего типа профессиональных контентных систем, мы боремся за то, чтобы нас вообще заметили, ценили и пользовались. Потому что потребитель, он его вот все норовит увлечь в поисковик. И вот главные наши клиенты, студенты, да, они привыкшие на досуге пользоваться поисковиком для всяких разных задач, там, где купить кеды и так далее. Они и для научных задач пользуются тем же Google или Яндекс, ну, что является, на мой взгляд, нонсенсом. Только непрофессионал может начинать поиск научной литературы из Google.
Вот чтобы этого не было, хотя бы чтобы мы понимали, насколько это несоизмеримые по ценности системы, мы и должны пройти этот курс, и чтобы уметь это объяснить. Ну и, соответственно, вот наш курс будет прежде всего о целях, сути и вообще информационной ситуации в современном мире. Она колоссальным образом изменилась с того момента, как мы получили с вами образование. Но в основном здесь у нас не студенты на нашем вебинаре, а примерно там мои ровесники. Вот. Мы начинали с вами нашу профессиональную жизнь в одной информационной ситуации, заканчиваем совершенно другой. Вот там, где находится кролик вместе со своей морковкой. И, конечно, задача вот наша, чтобы встроиться в нее. Кому-то, может быть, это легче дается. Тот, кто родился в такой среде, digital born, да, как говорится, им может быть легче. А нам надо это все провести через свои мозги, понять. И это даст гораздо большую глубину и в нашей работе, и больше интерес, качество этой работы. Поэтому я считаю, вот те, кто не бездумно делает свое дело, а всегда ищет причины и пытается извлечь из этого жизненное удовольствие, такой курс им обязательно нужен. Здесь они найдут ответы, во всяком случае мы вместе поразмышляем над тем, что такое информация, информационная среда, как должна быть организована информация органично, какие эффекты порождает информация в цифровой среде, как их встречать, как на них реагировать, как меняется восприятие информации в разных контекстах, какие цифровые инструменты позволяют обрабатывать, лучше доносить информацию, потому что мы посредники, мы вот те главные каналы, которые снабжают информацией образовательный процесс. Ну и вообще, в чем проявляется будущее? Как его узнать в настоящем? То есть вопросы скорее философские, которые больше мировоззренческие, чем узкопрактические. Но, разумеется, вот о важных и практических моментах, которые нам нужно знать в построении информационной среды, на них мы безусловно остановимся, и любые ваши вопросы будут внимательно обсуждены и отвечены. Этот курс сравнительно небольшой, он из 6 занятий, каждый из которых имеет 2 темы. Вот. Помимо вот вебинарных занятий будут самостоятельные задачи и прежде всего работа с литературой, которая поможет разобраться в этих вопросах и встретиться с разными точками зрения. Литература будет касаться прежде всего гуру, вот самых интересных и значимых специалистов, философов, которые отвечают на вопрос, что такое информация, информационная среда, новые медиа. Вот, первая тема как раз самая обширная. Что такое цифровые революции, что такое электронные медиа, как они меняют наш мир. Вот. А вторая тема будет уже касаться больше цифровой книги. Как цифровая книга в своей среде трансформировала информационную ситуацию и в частности книжный информационный рынок. И что происходит, произошло и будет происходить в радиусе 10 лет с нашей книжной средой. Вот на этом занятии я поделюсь теми своими ключевыми идеями. Кто-то из вас с ними знаком. Мне кажется, что то, что мы с вами пережили и переживаем, переход информации в электронный медиум, он имеет колоссальное цивилизационное значение и вообще делит историю человечества практически надвое. И мы с вами это
убедительно увидим на некоторых схемах и картинках. Если вкратце, суть этого заключается в том, что до сих пор все носители письменности, то есть букв, они сосуществовали в нашей же физической среде. Они, письмена, наносились на предметы. Даже книга, бумага – это все элемент предметного мира, знакомого нам, с которым мы более-менее легко, интуитивно справляемся. А вот с того момента, когда буквы стали электронными, и когда информация перешла в виртуальное пространство, вот здесь мы с вами погружаемся в мир, который нам абсолютно неизвестен. Мир квантовой механики, когда мир, который молниеносен, он не имеет скорости, потому что это скорость света. Он вездесущ, он не имеет пространства, потому что он одновременно во всем. Он энергетически безмерный, потому что здесь вот энергии атома бесконечные. Он по сравнению с тем, что мы имели, просто всемогущий, потому что вот может все то, что мы раньше даже не могли себе вообразить. И мы, по сути дела, лишь постепенно, эволюция IT – это постепенное привыкание наше к этим возможностям, которые просто действительно безмерны и могут поставить легко весь мир с ног на голову. Важно только к нему приспосабливаться и постепенно порциями его вводить в наше меню. Вот, в том числе и в нашей сфере. Вот нам надо осознать вот эти возможности, в каких направлениях они бесконечны, а в каких они как раз конечны и даже недостаточны. Да? В общем, суть этого то, что информация становится током. И нам надо понять, мы привыкли, учились еще в ситуации, когда информация – это книга, а сейчас информация – это ток. Мы учились, когда библиотека – это совокупность множества книг, а теперь мы можем сказать, что все библиотеки – это одна библиотека, все книги – это одна книга. Во всяком случае, электронный медиум легко нам может такую ситуацию воссоздать, и мы будем вынуждены жить именно в ней. В общем, происходит трансформация медиа, трансформация вот всех информационных объектов и носителей. И нам нужно хотя бы обозначить, что мы понимаем, куда движется и что принесет эта трансформация. Вот. И здесь, на этих занятиях, нашими основными сопровождающими будут известны всем Маклюин и Кастельс. Те люди, которые первые наиболее ярко предвозвестили вот эту вот революцию и до сих пор являются ключевыми проводниками в знаниях о ней. Ну, а вторая тема, она позволит нам понять, что происходит с гибкостью текстов, с переходом от текста к гипертексту. И здесь мы коснемся и истории книги, пройдем быстренько по основным элементам ее эволюции, и как раз проследим на границах перехода от каждой вот новой ступени, от речевой к письменной, от письменной к печатной коммуникации, что происходит и что это с собой несет. И, конечно же, от печатной к виртуальной. Является ли это таким же подобным переходом и что он в себе несет. Ну, а помимо новых возможностей текста, мы и немножко остановимся на человеческой размерности восприятия текста, да, что такое восприятие, понимание текста, какую роль в коммуникации играет чувственность, и тут уже будет дело с границами, которыми наше человеческое существо накладывает на вот эти вот безграничные информационные возможности. Вот, в частности, вообще, нужна ли нам виртуальная книга? Ведь, по сути дела, эрзац.
которые там не существуют и легко исчезают. Удовлетворится ли человек вот таким эрзацем? Сможет ли существовать вот в симулякрах, создаваемых в виртуальном мире? Вот. Или он его все-таки поставит на прочную почву и какой-то будет психофизический компромисс. Вот, в общем, различные вопросы, которые здесь возникают, скажем, адекватные когнитивные формы знания, справочник, текст, презентация, вот, то, как кванты информации находят выражение и становятся для нас вообще приемлемыми, понимаемыми, воспринимаемыми. Соревнование страницы экрана, да, в чем сила экрана, почему он так побеждает, способен ли он заслонить и полностью вобрать в себя силу страницы, что экран лучше передает, чем страница, а что он наоборот не может передать. Вот, в общем, вот все эти вопросы, касающиеся уже бытования текста в информационной среде. Это очень интересные вопросы. Вот я это называю ящик Пандоры. Чем может стать текст вот в этой новой цифровой реальности? И что это несет? Ну, в частности, по сути дела, здесь происходит движение от текстов к иероглифам. Мы от чисто абстрактного вот знакового текста движемся к новому качеству информации, которая, как правило, уже синтетична. Она всегда и визуально тоже, и иероглифична. Вот наши аватары, которые повсюду, там смайлики, ну и вообще вот визуализация, которая сопровождает и текст. В общем, то, как текст, какие превращения он производит в цифровой среде. Вот это вот первое занятие, как бы, о трендах таких глобальных, исторических в информационной области. А вторая тема уже более близко — информации и знания посредством IT-платформ. Что такое IT-платформы, зачем они нужны, их функционал. Но опять-таки из общего контекста, который встает, на первая тема касается общества знания, в котором мы живем, и рынки образовательных электронных ресурсов в России и мире. Да, та часть, в которых мы непосредственно касаемся. Вторая тема более непосредственно, что такое профессиональные контентные системы, функционал зарубежных и отечественных платформ образовательных электронных ресурсов. Вот здесь мы уже в центре нашей профессиональной темы. Вопросы, которые здесь будут обсуждены, вообще, что такое информация, а что такое знание, в чем разница между ними и общее. Что значит общество знаний? Да, как нам переориентироваться? Общество знаний – это новый режим жизненных стратегий. То, как и чем живем сегодня мы, радикально отличается от тем, чем жил наш предок буквально 100 лет назад. Вот, и, соответственно, ну, тот формат, в котором мы живем, это постоянные профессиональные экспертные задачи, и это сосуществование внутри профессионального и экспертного сообщества. Вот это тоже нужно понимать, мне кажется, в нашей работе. Потому что мы не просто абстрактно работаем с информацией, создаем библиотеки, да, мы обслуживаем профессиональные экспертные сообщества. А эти сообщества – это, можно сказать, ядро общества знаний, это то, чем общество отличается там, от общества средневекового, например. Соответственно, структура информационного обеспечения профессиональных сообществ, то есть что им нужно, что мы должны им предоставить. Что такое профессиональные контентные системы, то есть те самые IT-платформы, что в них должно быть, каким задачам они должны отвечать, требованиям, параметрам.
Ну и электронные библиотечные системы как один из видов профессиональных контентных систем. Вот такая вот вертикаль вопросов от общего к частному. Следующая тема, которой мы займемся, это уже еще более конкретизированная библиотека в цифровом университете. Над чем работать? И здесь уже мы непосредственно подошли к понятию электронной библиотечной системы, к основным понятиям ее, сравнительным характеристикам, моделям, подходам и проанализируем ГОСТ по ЭБС. Вторая тема в этом блоке касается информационно-образовательной среды. Тоже ключевое понятие, которому, по сути, посвящен весь наш курс. Но мы в данном случае будем конкретно обсуждать вузовские задачи информационно-образовательной среды. Ну, а детальнее по ЭБС мы немножко подведем итоги истории развития ЭБС в России. Она очень интересна. Мы все с вами наблюдали и даже участвовали в этом. Дальше поговорим об определениях ЭБС. Это тоже важно знать, чтобы понимать, что мы делаем. О всяких различных постановках вопросов, которые возникают, скажем, ЭБС вуза. Это один феномен, одна задача, которую мы строим внутри вуза. И ЭБС-компании, с которыми мы имеем дело, которые являются разработчиками ЭБС. Вот. Это совершенно как бы разные понятия, надо в них тоже разбираться. Вот. Основные положения и принципы, изложенные в ГОСТе по ЭБС, что там необходимо, а что немножко избыточно, зачем нужен ГОСТ нашей повседневной деятельности, возможности построения ЭБС самостоятельно в ВУЗе или критерии, по которым нужно выбирать ЭБС из внешних готовых продуктов, вопросы содержания ЭБС, что здесь можно найти, как искать. Ну и, наконец, сервисы ЭБС. Да? Вот в результате этой эволюции какие сервисы были созданы и чем они позволяют улучшить образовательный процесс, почему благодаря сервисам ЭБС больше, чем просто электронная книга. В общем, вот здесь мы с вами в центре практических задач, которые нас окружают в нашей работе. И все это кумулируется в понятие информационной образовательной среды. Вот это понятие, я считаю, это некий вызов, который для всего нашего сообщества сегодня стоит. И этот вызов творческий. Мы создаем эту образовательную среду. Насколько она будет качественная, насколько она будет прогрессивная, во многом будет зависеть судьба нашего образования, нашего общества вообще. Мы можем быть отсталыми, мы можем быть прогрессивными. В общем, здесь некие такие залоги, которые обещают очень многое, в том числе и для конкуренции вузов между собой. В общем, мы здесь изучим подходы к определению информационно-образовательной среды, к подходу к ее построению, к трактовке. Их очень много. Обсудим структуру ИОС, функциональные узлы, из которых она состоит, виды интеграции, что дает интеграция внутри информационной образовательной среды, ну и ключевые звенья ЭБС, АБИС, ЛМС, система управления, в общем, как это все связывать наиболее правильным образом. Вот. Ну и, наконец, ключевые именно в нашей связке звенья информационно-образовательная среда, дистанционное образование и ЭБС. Как это связать вместе, чтобы оно работало на учебный процесс, чтобы это было эффективно.
Это уже практический вопрос. Наконец, следующая тема. Ну, то мы как бы о внутренней информационной среде говорили. А теперь посвятим занятие внешней информационной среде, потому что она, к ней обязательно должен быть выход из информационной среды вуза, и то тоже некой интегрированности. Внешняя информационная среда — это вовсе не один Google, да, и ну и тоже важно тоже понимать, что раз есть Google, значит, мы уже не можем существовать сами по себе. Мы как-то должны с ним быть связаны. А как? Вот ответим на эти вопросы. В общем, здесь речь идет о ключевых таких растущих трендах информационных в мире. И мощь этих трендов, она намного выше, чем вот мощь процессов, которые мы переживаем внутри вуза. Вот, поэтому надо к ним быть и знать их, и быть адаптированным. Ну, первая тема, касающаяся интернета и возникновения рынка авторов. Вот под знаком чукчи не читатель, а чукчи писатель. Вот вторая тема — проблематика открытого доступа. Почему мы его хотим, почему мы его боимся. Вот, вот эти темы очень интересные и важные. Их, как говорится, одним умом не объять. Вот, открытый доступ — дар или угроза. Я здесь пытаюсь вот уже в моей трактовке показать амбивалентность, что вот эти вот растущие эволюции трендов, они с одной стороны взрывают нашу ситуацию, то есть ломают ее, ломают нас, наши практики, они, так сказать, губительны. А с другой стороны, они, конечно, дают новые возможности, это новое рождение, это наш новый прекрасный мир, которому мы должны, конечно, от которого мы тоже не имеем права отказываться. Вот из такого парадокса возникает диалектика открытого доступа, где всегда нужно действовать смело, но осторожно. И мы с вами здесь обсудим вообще, что такое открытый доступ, почему он стал возможен, а какие его границы, почему он в той же мере как бы и невозможен. Означает ли открытый доступ смерть издательского рынка или библиотек в привычном нашем понимании? То, что внутри этого феномена скрыто, да, экспоненциональный рост информации, который ведет одновременно и к удешевлению этой информации, то есть ее легко создавать, легко распространять, да, и одновременно к удорожанию. Вот это все парадоксы, которые очень понятны. Чем больше информации, информационного шума, тем больше ценность подлинной информации, да, чистой информации. Соответственно, она становится дороже. Можно ли выжить издателю в условиях открытого доступа и как выживать? Модели открытого доступа, какие сложности юридические у него, как нам их обходить и вообще понимать, где одна модель, где другая. Международные, отечественные ресурсы открытого доступа. Вот мифов много, а посмотрим, насколько реально качество каждого отдельного доступа. Увидим, что это открытый доступ — это скорее идеальная идея некого вот, да, прекрасного нового мира, а на самом деле там ну не так уж это все вот фантастично, как нам это рассказывают. Международные проекты открытого доступа и наш проект Киберленинга, который вот сегодня, по словам его создателя, занимает 4-е место. Конфликты медийных пространств, которые возникают вот от этого феномена. Последствия для науки и публикационных сфер. Вот. Ну, то есть, вот опять-таки, такой феномен, мы его рассмотрим со всех сторон. Следующий пункт, который интересует всех нас и всегда в повестке дня всех наших конференций – библиометрия. Как библиометрия меняет информационный мир?
Вот. Здесь две темы. Во-первых, революция библиометрии, да, что, чем она вызвана и что она с собой принесла. Периодика и книги, да, о книгах забыли. А второе, вот, да, более детально, что несет и чего не хватает в библиометрии по отношению к научной учебной книге. Кризис монографии, кризис системы распространения научных знаний. Ну и здесь я с вами поделюсь тем, что я вижу вот в этом феномене роста значения библиометрии, вот какова новизна в ее подходе, ее эволюция. Главное, что она нам принесла, это вот реферативные базы данных и рейтинги, то есть способность как-то обозреть, опять-таки, на одной площадке выстроить по одинаковым категориям и требованиям все в виде некого рейтинга, то есть создание научного поля как некого такого соревнования, соревновательного поля за рейтинги. Вот. Что позволило вот создать такую ситуацию, прежде всего, в области научной периодики. В основе вот этих рычагов лежит механизм цитирования и сбора данных в цифровой среде. Вот. Чего он реально стоит, да, и во что он превращается вот в нашей вот этой гонке за цитированием, за импакт-факторами, то есть вообще значение количественных и качественных оценок и последствия рыночные репутационные оценки, которые из этого возникают, и вот та мотивация, в которую сегодня встраивают все наши вузы и в нашей стране, и за рубежом. Дальше мы обязательно остановимся на специфике гуманитарной, естественно, научной сферы, поскольку вот эти данные рейтинги в применении в гуманитарной сфере приносят очень большие вопросы и проблемы. Ну и как библиометрию все-таки, как включить в нее книгу и уметь оценивать востребованность книг, здесь будут некие предложения и совместные размышления. Ну и отдельно немножко мы посвятим монографии, что такое монография, учебник, что такое книгообеспеченность, которая становится сегодня вот одним из ключевых параметров в построении нашей информационно-образовательной среды, вот такой ситуативный параметр, как здесь происходит работа и выстраиваются инструменты мотивации, стимулирование публикационной оценки, ну, прежде всего для ученых, преподавателей, какие позитивные и негативные следствия для этого. Вот. Ну и более общий вопрос, а что вообще такое монография в гуманитарной сфере? И вообще не стоит ли монография под угрозой вымирания, под угрозой вытеснения активно развивающейся периодикой, форматом научной статьи, навсегда это или на время. В общем, можем ли мы предсказать будущее монографии и вот нашей публикационной среды? Вот. И, наконец, мы с вами остановимся на вопросе экономики цифровых ресурсов. Как сэкономить, как считать, как практически работать с ними и с закупками. Вот, ну, во-первых, это тема, касающаяся экономики цифровых ресурсов. Как она формируется, какие у нее правила. Здесь тоже все по-другому, чем с бумажной книгой. Модели доступа, пути экономии при выборе электронных ресурсов. Вот, и такое обозрение, что происходит в мире. Тоже тема, с которой я не раз выступал, стараюсь все время отслеживать, что происходит с электронной книгой в мире, прежде всего в США,
на других образовательных рынках. Вот. И что, чем отличаемся мы от этих развитых стран, чему нам стоит учиться, а чему можно и поучить. В общем, в этой теме мы пройдемся о таких базовых вещах, какие на сегодня существуют модели подписки, чем они удобны и неудобны. Тоже об изменениях в этой среде, вот, начиная с общих вопросов о цифровой экономике, что она меняет. Общий вопрос, что такое информация как товар или как услуга. Что такое информационные потоки. В общем, те задачи, опять-таки, которые каждый должен решать на своем рабочем месте, но в глобальном масштабе. Вот. Дальше эффекты пакетных решений, что они приносят, что дают большие пакеты, там, коллекции, базовые коллекции, какой убыток и жертвы при этом, да, что значит ненужная литература, хвост, сколько стоит хвост, как его отрезать, как его высчитывать, соответственно, способы расчета ценовой выгоды при работе с электронными ресурсами, с разными моделями. И вообще тарифные модели этих платформ, вопросы их ценообразования, чтобы вы понимали изнутри, как формируется цена и почему одно стоит столько, другое по-другому. Ну и наконец, как наиболее выгодным образом комплектовать ресурсы, из чего их складывать. Вот, как видите, тоже вопросы от теоретических к сугубо практическим. Везде мы будем стараться сделать такой мост. Вот, да, и отдельная тема, которую я сказал, это электронные ресурсы в США. Мы практически выберем по очень тонким параметрам. У нас существуют и российские опросы, и вот данные опросов библиотек в США, и мы очень четко сможем сравнить, что и как по-другому, какие цифры, какие статистические показатели, отстаем мы или опережаем, и какие тренды заложены. Тот рынок, он более свободный в том плане, что Министерство образования там, ну, в частности, федеративной системы США не играет, ну, далеко не играет такую роль. Там все происходит на уровне штатов. И в целом западный мир отличается от нашего, вы все хорошо знаете, что он сформировался как мир свободных университетов. Он формировался как средневековая, вот такая анархическая инфраструктура, рост снизу вверх, субсидиарная. Университеты возникали и как некие государства в государстве. Это были такие участки свободы. И сегодня во многом они сохранились как такие самостоятельные маяки. Вот у нас университетская система — это часть государственной корпорации. Сами они по себе корпорации. Они строго подчиняются министерству по всем своим параметрам. Вот раньше они финансировались сугубо министерствами, но сейчас появились некие степени свободы. Это внебюджетное финансирование, это какие-то собственные возможности. Ну вот интересно сравнить разные системы образования, что они дают, что они теряют. Да, наши частные университеты и зарубежные частные университеты, почему они другие. Вот, в общем, тоже множество интересных сопоставлений. Нельзя такой курс провести и не сравнить практически с аналогами в других странах. Мы будем не только систему образования сравнивать, но и зарубежные информационные ресурсы. Это постоянно по ходу всего курса. То есть ЭБС мы всегда будем сопоставлять с теми аналогичными информационными ресурсами, ну, в частности ЭБСКО, агрегаторами, которые развиваются и работают за рубежом
в развитых странах. Вот. Я рассказал вам о темах, которые будут. Вы видите, это некая картина, такая вот целостная должна появиться в этом, чтобы мы с вами легко представляли вот тот сегмент в глобальном масштабе, в котором мы работаем. И основными помощниками, как я сказал, будут здесь ключевые теоретические работы, которые в этой области существуют. Вот. И главные и тексты из них, которые я буду давать в ходе этого текста, это гуру медианауки Маклюин, Кастельс, Луман. Да, то есть те люди, которые дали определение информации или сетевого общества, вот те феномены электронной виртуальной среды. Тут будет довольно много философов в нашей среде. И в частности, вот тех более частных вопросах, которые я буду продвигать в более широком контексте. Это тексты Дебре, Больца, Шартье, Андерсона, Ланира, Тепскота, Вильямса, Долгина, Мирошниченко, то есть и российские имена, и зарубежные, те, которые выдвигали интересные тезисы, которые давали свой уникальный фокус на эту проблематику, который вообще позволит нам возвыситься вот над сугубо такой практической плоскостью, какие книжки там и как наполнен каталог, да, а немножко понимать, так сказать, что мы строим, к чему мы идем, как устроена наша информационная цивилизация. Вот. И в рамках этого курса, помимо вот заданий для работы по чтению, каких-то коллоквиумов, которые мы организуем по обсуждению вот этих вот интереснейших текстов, каждый слушатель должен будет написать небольшое эссе на одну из тем курса, которая будет предложена, ну и тоже предложить какое-то свое видение по нему, и будет осуществляться зачет, может быть, еще по какому-нибудь расширенному тесту по разным пунктам курса. Итак, по итогам курса мы с вами пройдем следующие вопросы, уже обобщаю, да? Коснемся сути источника цифровой революции, то есть самый общий контекст постановки вопроса. Оценим реальное значение прихода электронной книги и цифровых медиа на наш книжный рынок и в нашу библиотечную среду. Определим место электронных библиотек и электронных библиотечных систем в новой цифровой среде. Задумаемся над целью и задачами создания информационной образовательной среды. Какую нам ИОС строить в нашем ВУЗе, какая ИОС как бы идеальная и наиболее образцовая, примеры из различных ВУЗов, кто по какому пути идет. В общем, информационно-образовательная среда. Дальше, во внешней среде оценим новые информационные тренды, которые нас здесь сопровождают со всех сторон. И обсудим модели приобретения цифровых ресурсов, возможности экономии на нашем рабочем месте. Сравним практику развития цифровых образовательных ресурсов в нашей стране и во всем мире. Вот базовые вопросы, еще раз, по которым мы пройдем. Ну и, разумеется, по итогам курса, те, кто захотят, могут его просто прослушать, кто захочет получить диплом по курсу, там и сертификат, получит его, как и на других наших онлайн-курсах, сертифицированный под образовательную лицензию. Вот. Но это будет стоить немножко дороже. Те, кто знаком с
моими работами, вот в частности, представляю, какие-то вопросы можно найти и в книге, вышедшей несколько лет назад, книга в новой медийной среде. Вот. Но обращаю внимание, что то, что предлагается в этом курсе, это уже какой-то результат эволюции и постановки новых вопросов. Вот такие вещи, как открытый доступ или библиометрия, они там вообще не встают. А сегодня это центральные вещи, которых мы должны разбираться. Вот. Итак, этот курс планируется на март-апрель. Если у вас будет время, планируется где-то 2 занятия в неделю по графику по 1,5 часа. Вот. Ну, в общем, в рамках традиционного стиля, который мы проводим наши онлайн-курсы. Объявление об этом курсе находится на сайте Директ Академии. Можно или в треках, или вот в перечне онлайн-курсов. Там есть формы, в которой можно подать заявку на желание участвовать. Вот. Так что буду очень рад, если соберется кворум, потому что понятно, что курс этот кое-чего стоит, да? Не у всех есть такие возможности, но если есть возможность пройти его от вуза коллективно, то там, разумеется, будет большая скидка. Можно оплачивать через вуз, ну а можно оплачивать индивидуально, как физическое лицо. В общем, все в этом плане стандартно. Вот, что ж, коллеги, я вам рассказал о своем замысле. Так, вот здесь появились вопросы. Конкретный вопрос. Какой процент электронных документов должен быть в вузовской библиотеке на сегодня? Вот, видите, уже пошли прямо непосредственный конкретный вопрос. Ну, вы знаете, мне кажется, что тут совершенно каждый вуз действует собственным подходом. Нормативов нет, кроме тех, которые указывают в ГОС, а он приравнивает бумажную книгу с коэффициентом книгообеспеченности 0,5 и электронную книгу в одном доступе. Вот. Но при том, что экономический эффект электронной книги, он очевиден, я знаю, что существует около 20% вузов сегодня, которые не имеют подключенной ЭБС или пользуются собственно созданной там электронной библиотекой вузе. И, соответственно, большая часть приходится на бумажный контингент. Бумажное комплектование. Вот, так что, ну вот если вот такие вопросы у нас в начале курса появятся, ну я думаю, по ходу его будет возникать, то я вам смогу привести более детальные ответы и по статистике, которую вот мы собираем по ходу нашей деятельности, и по тому, как другие какие решения предлагают. В общем, найдем. Так. Что такое переквалифицировать? Так. Сейчас. Ну, здесь, наверное, это шло в контексте того слайда, где говорится, что нам нужны новые квалификации. Вот. Я думаю, здесь не идет речь о формальной вашей квалификации, что вам надо обязательно что-то получать, хотя не ровен час, когда вот в этих профессиональных стандартах, которые сейчас присутствуют, появятся какие-то пункты касательно работы с электронными ресурсами, и там придется проходить вот подобные курсы уже в таком в обязательном формальном порядке. Нет, на сегодня пока то, что я имею в виду, чтобы нам с вами работать профессионально, нужно очень глубоко включиться и понимать специфику электронных ресурсов.
А эта специфика, как я вам обозначил, она очень велика, то есть очень много вещей, которые надо учитывать. Так. Закладывая в базы научный контент, мы сокращаем время поиска и повышаем его релевантность. Например, поиск по библиографическим записям, поиск по дисциплинам. А, это вот, наверное, просит разъяснить вот этот текст. Но тут речь шла о том, что если такие системы поисковые, как Google, он не закладывает библиографические записи, соответственно, если мы будем искать по библиографическим записям, мы не найдем информации, которая нам нужна. Сила профессиональных контентных систем в том, что мы уже закладываем информацию в том виде, в котором мы ее воспринимаем. По большому счету, именно так работает цифровой поиск. Ведь он не интеллектуальный, а достаточно тупой, машинный. По-настоящему, если быть честными перед собой, мы всегда в поиске находим то, что мы до того в него вложили. И чем более вы вложили соответствующий формат, который вы ищете, тем больше вероятность, что вы и найдете то, что вы ищете. Вот поэтому выстраивать такие информационные системы профессиональные нужно с учетом того, что нам нужно. Вот. Но это и, соответственно, в частности, вот поиск по дисциплинам, по библиографическим записям, все это позволяет ЭБС и не позволят другие информационные ресурсы, которые ну, просто вот таких стандартов не знают. Надеюсь, что объяснил. Так, плохо видим низ сайта. Так, вот. Так, все, по-моему, все вопросы. Так, а ну-ка. Есть комментарии на просторных интернет от члена лицензионной комиссии о том, что может только электронная библиотека обеспечивать процесс обучения. Главное соблюдение книгообеспеченности. А, ну что ж, если существует такое сегодня такая точка зрения, я ее могу только приветствовать. Ну, я соглашусь с тем, что при той интенсивности информационного потока, да, традиционное бумажное комплектование и бумажная книга, она уже не способна обеспечить полного соответствия учебному процессу. То есть я с этим тезисом соглашусь. Хотя есть кто, наверное, поспорит. Ну вот в нашем курсе мы как раз и должны будем убедиться сами. Так это или так. Так, ну вроде все вопросы мы прошли. Что ж, коллеги, благодарю всех, кто был вместе со мной, с нашей Директ-академией. Участвуйте в наших вебинарах и наших онлайн-курсах. В частности, у нас очень интересный следующий 12 марта онлайн-курс по талантам и возможностям учащимся. Каждый может быть гениален. Вот. Интереснейший курс рекомендую. Ну, а мой будет в марте-апреле. Записывайтесь. Буду очень рад его провести.